Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Аманда выходит из биоробота, становится рядом. Вышла тонкая копия, а у нее платье, и сзади длинный шлейф. Хорошо, так и будем поднимать. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Аманду в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с ее тонкой копией поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Аманду, она идет к маме. И мы спрашиваем разрешение у мамы на диагностику и чистку Аманды. Мама дает разрешение. Хорошо. Ты говоришь, этот шлейф за ней тянется, да? Да, у нее такое платье, как у принцессы. На руках такие пышные рукава. Сзади шлейф, на голове корона. И в руках у нее что-то есть, похоже на бенгальские огни. Свет какой-то. Сканер, просканируй сейчас Аманду, отключи все эти названные подключки, выведи их полностью из биополя. И как это выходит, отправляя в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Все ушло, и корона, и шлейф. Да, и рук ушли эти светы. Огни бенгальские. Хорошо. Больше ничего не мешает работе? Нет. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Аманды, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Аманды. Находит все. У меня гуманоид. Хорошо. Да. Один гуманоид? Да. Откуда ты гуманоид? Из сказки. Нарядил ее. Понятно. Я спрашиваю, откуда ты? А, Аурион. Как долго ты находишься в биополе ребенка? 7 месяцев. Какая цель твоей подключки? Слежение за другими объектами. За какими другими объектами? И что за слежение? Объясни мне. За другими членами семьи. Ты присутствуешь и в муже? Нет. Или в другом ребенке? Нет. Но там еще кто-то есть? Не понял вопрос. У нас два ребенка живет в этом доме и два взрослых. Он никому не подключен, он за ними наблюдает. Находясь в ее биополе? Да. А смысл этого какой? Подкачивает энергию в себе. Только энергию откачиваешь или ты отщипливал душу? Нет, ни в коем случае. Хорошо, сканер, дай мне полноту души Аманды на настоящий момент. 100%. Начинаем тогда работать, если кроме гуманоида его подключек ничего нет. Говорит, что в этой семье разные энергии, да. И не подключаясь к ним через ребенка, он может откачивать их. Например, этот ребенок постоянно преследует маму, и он может забирать ее энергии. И ты можешь управлять этим процессом, да? Направлять и управлять, скажем, по сути. Все понятно. Итак, 7 месяцев ты сидела. Даю команду тонкой копии Аманды. Мама помогает спроецировать все энергетические и сферические каналы к гуманоиду и всем его подключкам. Каналы выстроились. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низкая вибрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к команде. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. И посмотри, что идет. У нее идет страх, доходящий до паники. Ей страшно без мамы остаться. Она не находит этому причины, но она постоянно требует внимания. Ну, это понятно. Если это возвращается, чья это программа была. Все, отдаем. Готово. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Аманда забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Усилие потоки в 50 раз. Что идет назад? Я не знаю, как это называть. Ей какая-то индивидуальность ее идет, сосредоточенность, где она может сесть и посвятить внимание только себе, не гоняясь ни за кем. И не требуя внимания, мне показали маленькую такую как картинку, что если бы она дальше росла с этой программой, да, установленной, она бы постоянно от кого-то требовала внимания, забывая, что она сама личность. Это внимание ей придет, развивая себя. В очень важный возраст она пришла к нам, пока это все не развилось. Готово. Отлично. Итак, начинаем с вытаскивания. Гуманоид, посмотри на твоей чистоте, что-то осталось в биополе Аманды? Нет. Даю команду на рассинхронизацию Аманды с гуманоидом и всеми его подключками. Значит, 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. И даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствую тебя, Ли. У меня здесь гуманоид Ориона. 7 месяцев сидел в ребенке, 4 года.
Шлейф одел, корону, бенгальские огни в руки дал. Через нее пытался контролировать, вернее, ее, чтобы она за мамой постоянно бегала. А он наблюдал был за этим. Непонятный эксперимент, но вот так. Он не наблюдал, он собирал энергии. Пока он... наблюдал, ждал да. момента. Да. Забираем его, остальное уничтожить. Благодарю тебя. Почти всеми его артефактами открывается воронка в галактическое ядро. Все это уходит на переработку. Закрывая печать и растворяя. Готово. Выходит эмоциональный фантом Аманды, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкоаберационные эмоциональные энергии. Эта низкоаберационная и сгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. И фантом выходит. Серый вышел. Хорошо, мама дает разрешение на удаление фантома эмоционального. Дает. Сворачивайте энергии в шар. Демон, хочешь получить? Давай. Отправляю демону. Пока дойдем до мужа. Поехали дальше. Переходим на частоту негативный эгрегор, мешающий жизни, судьбе и здоровью физическому и энергетическому. Нужно проверить. Ты знаешь, у нее постоянно идет сказки, слова сказки. И она вот в сказках в этих представляет себя принцессой. И у нее она очень связана с этими сказками. Вот в этих, то есть она визуализирует себя в них. Через них зашел гуманоид. Я не знаю, можно это эгрегором назвать или нет? Можно, можно. Вполне возможно. Можно эгрегора, если он ее, в ее биополе есть связь, которая откачивает ее. Хорошо, мама дает согласие, что мы убрали этот эгрегор. Дает и просит совет. Ну, в принципе, я не могу никакого совета дать. По ребенку я могу только убрать то, что мы видим, и то, что не должно находиться в ее биополе. В таком возрасте представлять себе принцессу, в принципе, хорошо. Но в сочетании со всеми этими проблемами, которые у нас были, и гуманоид, и то, что ребенок постоянно вас преследует, скорее всего, и требует, возможно, отношения как к принцессе. Это с этой точки зрения, если смотреть, может быть, и неправильно такое иметь. Хорошо, я подхожу и помогаю моей энергии отстегнуть этот эгрегор. 1, 2, 3, удар. Отлетает эгрегор. Открывая воронку в галактическое ядро, эгрегор уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Аманда, как ты себя чувствуешь? Она крутится, показывает себя. Она светится разными цветами. Да. И ей очень нравится это. И ей, маме, скорее всего, идет информация, что... Аманде можно показывать книги или объяснять про чакры в игральной форме. И, значит, совет. Она должна быть наполнена вся, потому что иногда она наполнена как физическое тело, только у нее нижняя красная чакра. Мама. А верх... Ты о маме говоришь? А о ребенке? Хорошо, да. А верхние менее наполненные. То есть она как груша, тонкие тела у нее. И... Да, ей нужно наполнение и гармонизация, чтобы у нее балансированные эти тела были. И ей можно показывать, как выглядят чакры, где они находятся в игральной форме, что они разными цветами. Она будет знать со временем. Это будет лучше, чем про принцесс. Однозначно, это согласен. Это то, что ей поможет в жизни дальше. Это действительно поможет в жизни, да. Ну и, конечно, это задача мамы. Защищает ребенка своими энергиями, выставлять ему меркабу своим намерением и, соответственно, принимать участие в его развитии в этом направлении. Благодарю за информацию, полученную. Хорошо, сейчас мы будем возвращать Аманду назад в ее систему биоробот-душа. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Аманды в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.